It's a lynch thing. Тут бы английский выучить. Да, английский начал. Галине отдельное мерси за подсказку. Съездил в библиотеку, нас зарегистрировали, дали платформу, на котором я вечерами сижу, по полчаса, час учу. Что за платформа? У них сейчас, так как все на удаленке, у них есть сайт. На сайте интернет-платформа. Ты заходишь, выбираешь то, что ты русский, тебе надо учить английский. Первый наш бассейн при въезде. Красивый, большой. Ну, комьюнити само по себе большое, да, поэтому, соответственно, здесь даже два бассейна. Это да. Да, хороший. Вот, скорее всего, скоро откроются уже. Еще в связи с ковидом они пока закрыты, но уже, видите, водичка есть, так что скоро-скоро да, можно будет бассейн, загорать. Второй бассейн покажем, там уже вовсю чистят, ага. То есть дело идет все-таки к открытию. Плюс сейчас, наверное, сезон, уже тепло становится. Да. И людям, конечно, хочется к воде. Угу. Вот сейчас, видите, лежаки убраны. Мне нравятся вот эти таунхаусы. Здесь, в принципе, можно в шлепках и плавках прям выходить ага. на бассейн. Вот здесь уже люди живут. Им очень удобно, да, раз, прошел, позагорал. Это да, это минус, кстати говоря. Да, да. Ну вот у них пока сейчас, видите, год тишина. Скоро опять начнется сезон. Ну, тут также есть джакузи, тут есть беседки, в которых можно. Ага, беседка красивая такая. Посидеть. Ну, вообще так все в пальмах, красиво. Да, вот там вот видите, можно культурно посидеть в беседке. Чаек попить и видишь, что покрепче. Что там по мусору? По мусору это у нас технический мусор, то есть если у вас есть стройматериалы, прикольно. Да, вы ремонт делаете, то вы обязательно только в эту зону загружаете большие коробки, габаритные вещи. Сюда приезжает машина, все это забирает. А вот этот контейнер, это мусорка, она электрическая, то есть там открываешь дверку, закидываешь, и там прессуется весь мусор. То есть здесь нет компактор, здесь нет раздельного. Раздельного нет. Да. Ну, кстати, говорят, вот я удивилась, когда мы приехали, я думала здесь раздельный мусор. Да, да. Нет, здесь не раздельный, но сейчас вводят. А, ну вот, у вас не вводят? Нет, у нас пока собираются вводить. Даже инструкции приходили, представляешь, да, только да, сейчас да. стали. Ну, вот посмотрим, может, нас тоже ведут, если это масло. Вот видишь, люди приезжают. Очередь, сюда, ага, такая. И уезжают. Ну, вот эта штука у вас прикольная, у нас такой нет. У нас, говорит, как-то сами, типа, ваши проблемы, да. Да, ну, просто да, у нас да. даже места такого нет. Здесь организовали. Угу. Здесь вот с траками. Стоят, да? Да, кто кондиционеры ремонтирует, здесь же тоже оставляют свои машины. В общем, удобно. Такая зона. Рекомендую заглянуть на интересный канал наших земляков. Ребята переехали в Колорадо 2 года назад, начали путешествовать и решили делиться своими путешествиями и интересными рассказами или местными байками. Они посетили уже много мест, как в Колорадо, так и за его пределами. Конечно же, они побывали в популярных у туристов местах и стали искать скрытые жемчужины, не разрекламированные, но очень красивые и необычные. На этом они останавливаться не собираются, и еще много планов впереди. Рассказывают немного о своей жизни, а также о том, что их удивляет в американской школе и как у детей получается адаптироваться к новой жизни. Так что стоит не только посмотреть, куда они уже съездили, но и подписаться на канал «Горы за окном», чтобы увидеть новые, интересные и необычные места. Ссылка в описании. А теперь пойдемте посмотрим наш тренажерный зал, который есть в нашем комплексе, как мы и обещали. Сейчас все покажем. Пошли. Поехали. Сейчас машина. Пропускаем. Нас Спасибо. Пропускают. Он находится за воротами, да, тут недалеко? Да. Мы ни разу здесь не были, кстати. Обязательные правила – это маски. Угу. Без масок сейчас никуда. Вход по пропускам. Оу. Добро пожаловать. Угу.
Hello. А тут вообще есть фронт-деск? Нет? Здесь раньше был, но потом девочку все убрали, и теперь жители сами с утра до вечера ходят по причинам. Здесь кардиозона. Вообще, слушайте, большая такая кардиозона. Не в каждом тренажерном зале, знаешь, столько есть, которые за денежку. Там дальше слева мужская раздевалка, туалет и душ, справа женская. Так, давайте я загляну сейчас в женскую. Интересно тоже же посмотреть. Ку-ку. А, тут свет выключен. О, так, включили свет. О, хорошо, и шкафчики есть. Так, сейчас я вот здесь посмотрю. Так, туалеты. Много туалетов, раздевалки. Раковины. В общем, все, что надо. Есть. Большой такой. Угу. Неожиданно. Так, ну, другую часть соответственно, посмотрим. Обязательно здесь салфетки. Угу. А, санитайзер. Протирать, да? Они, по-моему, влажные? Да, эти, да? Спиртовые. Угу. Но это, наверное, немножко подсохли. Обязательно для рук. Ну и плюс зоны с тяжелыми весами. Вот. Достаточно большое количество тренажеров. Оборудование хорошее. Слушай, вообще есть даже кроссовер. И свободные веса, что редкость на самом деле для тренажерного зала. При комьюнити это вообще большая редкость. Свободные веса. Хороший, большой. Вот они, гантели. Отлично. Мне нравится. Ходите сюда? Да, обязательно. Молодцы. Как же имею такой зал? Слушай, да, вам не надо вообще никуда ходить больше, да? В другой зал платить деньги. То есть вот вы платите, и что, вы и ходите сюда. Все верно. Это у нас маленький, ну, он небольшой, а вообще у нас закрыт сейчас. Ну, у нас тоже был закрыт график, но потом жильцы написали письмо в ИЧВ и попросили, откройте, все открыли. Да. Да. А теперь едем смотреть бассейны. Поехали. Так, мы снимаем бассейн второй. Не знаем, как до него добраться. Потому что он тоже закрыт, скоро, видать, откроется уже. Пытаемся снять со всех сторон. Да? Так, вот, вот еще одна сторона тоже. Не очень хорошо видно. Но сейчас мы где-то здесь пройдем, чтобы вам его показать получше. Да? Думаешь, так вот. Возможно. Вот, посмотрите, такой уютненький бассейн, и вид у него хороший. Вот там закат у нас уже идет вовсю. Смотри, они лежаки расправили, да? Ну, в принципе, готовятся открыться. Все уже в этот течет из спа вода. Так что скоро-скоро, совсем скоро. Я думаю, вот сюда можно пойти, да? Там уже свернем, да. То есть здесь на набережной стоят вот как раз квартиры, а кондо заодно двух-трехбедрумные, а здесь уже идут как танхаусы, у людей свои отдельные входы. Ага. Также здесь есть... Вот это как таунхаус, да? Да, да. А второй этаж это их? Второй этаж, вот здесь не знаю, здесь где-то есть сводчатые потолки, а где-то нету их. То есть я, в общем, не заходил никому в гости, не смотрел. Вот понятно. Здесь также вот у них барбекю стоит. Да, кстати, вот это удобно, да? Вот вышел, сделал барбекю себе тут. Да. Угу. Вот для собачек убирать за собачками, например, да, обязательно. Тоже обязательно. Да. Ну, очень симпатично. Здесь, конечно, трехкомнатные. И, конечно, ценник здесь значительно выше, чем... Ну да, 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 да. То, и, конечно, красиво то, что вот мы здесь смотрим, в принципе, как облагораживают. Цветочки, не цветочки, и где-то повторяется, где-то не повторяется. Да. Что
Вот это дерево, мам, скажи, как оно называется, оно всегда цветет практически. Чайная роза, чайный гриб. В общем, комьюнити это реально большое. Я, может быть, даже по карте Google сделаю... Гибискус, точно. По карте покажу вам, насколько большое это комьюнити. Ну, такое одно из самых больших. А, кстати, домой придем, я могу карту взять, показать. Можно снять там прям планировку всех домов. С высоты вы как будто посмотрим. Ну, вот, тут здесь уже... гулять прям можно, да? Да, здесь вот уже идешь, немножко другое ощущение. Как будто такой город. Да, а вот это манго, по-моему, да? Папайя. Да что такое? Ну, извините, я не садовод, ничего не знаю. Который на все вопросы ответит. Мама специалист, да. Кстати, манго ты вырастила, да, по-моему? У тебя растет манго? А, еноты сломали, правда, я помню. Такой ураган пережило это маленькое деревце, и потом еноты сломали его. Сволочи. Да, все ничего, ноты. Здесь. А от них никакая трава, ну, то есть, нету, ну, в плане того, чтобы не убивало. Испугать, их, да. Да. Так ну, вот и нету. Сюда, да? Да, да, да. Вот смотрите, какое большое патио. Да, здесь иногда проходишь, стоит стенд, на нем газировка, чипсы, шарики, хэппи-бёрзды, дети. Удобно, удобно. Да, да, да. Хороший такой балкончик получается. Вот, а с этой стороны, соответственно, с гаражами. О, с гаражами. Вот этого я не видела здесь. Понятно. То есть тут вообще люди нормально живут. Ну. Можно сказать, как в доме отдельном. Да, то есть да, вот да. Это таунхаус, да, скорее всего? Вот это вот все. Ну, на двоих, скорее всего. А может быть, на четверых с той стороны тоже еще два. Юнит получается. Да, просто с этой стороны с гаражами, а с той без. Понятно. То есть вот можно на лавочке посидеть, потриндеть. Ну. Никто, правда, этого практически не делает, да? Но в России бы точно сидели. Да, да, да. Бабушки. Вот так люди украшают ход. Оказалось бы, зачем вот здесь вот этот вот такой кусочек забора? Просто, да, вот так забор. Кстати, этими же заборами же здесь кондиционеры огораживают, которые на улице стоят. Hello. Итак, время 6 часов вечера. Мы слышим это. Колокольный звон. Ага. Прям реальная такая колокольня, звонарня. И здесь мы сейчас выходим на наш причал. Красота какая. Ну вот, Юль, вы вернулись на вид на миллион. Ага. Вот это я понимаю. А смотри, как красиво сделали это просто. Вот саму набережную, кстати. Ступеньки, да. Недавно, да, мне кажется, это вот ну, похоже, видно, что на все новое, да. Да. Бельки скачут. Наши дружочки. Вау! Вот, слушай, как мы классно попали на закат, да? Вообще супер. Давай мы сходим налево, покажем. А, давайте покажем, что там у вас налево. Специально завезли песок, чтобы здесь можно было играть в волейбол пляжный. Соответственно, дальше тоже есть беседка с мангалом, куда можно приходить жарить шашлыки. Также на берегу стоит лавочка. Вечером прогуливаюсь здесь, я наблюдаю какие-то влюбленные пары. Дедушка с бабушкой, например, тоже садятся и смотрят вдаль, наслаждаются видами. Слушай, ну у всех вот этих, да, хороший вид? Да. Вот здесь. Да. Классно. Вот он, белый песочек. Не надо на пляж ехать, смотрите. Вид на озеро большое. Озеро называется Turkey Lake. Turkey Lake. А закаты-то какие, вау! Сейчас закат посмотрим еще. Супер! Мне нравится, как вы здесь еще облагородили зону. Пальмы. Вот она. Слушайте, так у вас вообще здесь красота какая, да? Здесь можно вот праздники отмечать. Да.
Тут не надо арендовать, да? Просто пришел, кто первый занял, тот и главный. Угли, мясо подготовил, овощи порезал. Взял корзинку, пришел сюда, винишко открыл. Замечательно вообще. А вот эти лавочки, про которые говорю. Ага. И лавочки здесь есть, встречать закат и рассвет, да? Супер. А где у вас Геннадий? Вот, пойдемте, может, сейчас увидим Геннадия. Воочию. Ну. Если не увидим Геннадия, вставим вам фотографию, сделанную с первых рук. Да, 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 сегодня. Ага. А Геннадий это крокодил, который здесь периодически к нам приплывает, чтобы погреться на солнце. Угу. Сегодня, гуляя с собакой, я увидел, что Геннадий лежит, он, главное, сейчас не в воде, а прямо из воды полностью вылез. Когда я мимо проходил, он с такой скоростью рванул воду, что я аж подпрыгнул. Я сам, мы друг друга, короче, испугались. Испугались. Да, и так... Так что бояться их нечего, да, они сами боятся. Да. Единственное, что как бы детей, собак, там, кошек нельзя отпускать здесь без поводка. Ну, детей что... без поводка. Да, но да, детей да. тоже надо за ними следить, соответственно. Ну, потому что были случаи, да. Да, да, да. Меня что удивило, я никогда не видел, что он настолько резко, настолько быстро... может передвигаться. Среагировать, то есть да, я реально... Да, я сразу же своему знакомому написал, угу. который специализируется на крокодилах. Я говорю, слушай, я даже ногу не успею убрать, моя нога окажется у него во рту, он очень быстрый. Да. И оказывается, что крокодилы-аллигаторы, они быстрые только на короткие расстояния. Ну да, да. Все равно от них не убежишь, потому что мы так не бегаем быстро, да? Лучше просто не приближаться. Вау! Так сюрреалистично. Здесь, конечно, болотце небольшое. Болотце, да. Есть... Так вот, конечно, Геннадием тут почему бы и не жить. Да, они да, как да, раз да. в таких и живут местах. Сейчас мы дойдем до места, где где-то неделю назад, а может две, здесь сидел Геннадий с подругой? С черепахой. А, с черепахой. Они бок о бок сидели, загорали, и это было вот прям вот на этом месте. Я сейчас вам фотографию покажу. Ага. Как мы развернуто отвечаем на вопрос подписчика. А крокодил-то хоть есть? Да, да, да. Вот здесь где-то он сидел. Вот здесь сидел, да? Да. А вот... Вот он. Видно? Вот такой. С черепахой, вы представляете? Жесть. То есть реально с подругой получается? Да, и они причем около часа сидели, залипали. Угу. Никого не трогая. Ну, закат шикарный у вас здесь просматривается. Вообще благодать. Можно здесь ловить, да? Вот, по-моему, ловят рыбку. Да. Еще, правда, я не узнавал, но, по-моему, нужно разрешение. Да-да, лицензия. Даже в Walmart можно купить долларов за 12, что-то такое. Ну, это не очень сложно получить, просто покупаешь все. Hello. Я помню, когда вот мы здесь ходили, когда еще все здесь переделывалось, вот этого не было. Угу. Тут еще все в стройке было. Ой, мы на самом деле прям знаем, что нам очень повезло, и мы прям счастливы, что и за такую цену, и в таком месте, и в общем. Все нормально. Все это анализировали, смотрели, крутили, вертели. Да, потому что сейчас многие, кто хотят переехать. Че, крокодил? Гена есть? Да. Где крокодил? Ну вот. А, Геннадий, привет! Генка! Привет, дружочек. Да, вот смотрите, он какой большой.
непонятно. Сфотографировать ну, с крокодилом. Ну да, слушай, да. На расстоянии вытянутой руки. Он у меня на ладошке. Посмотрите, у меня крокодил на ладошке. Вот среди такой красоты, значит, такие вот у нас крокозябры. Но этот маленький. Ну да. Даже на один сапог не хватит. Поэтому не будем его трогать. Да. Крокодил. И смотрит, понимаешь, он на нас смотрит и хочет еды. Мне кажется, наоборот, он маленький. Там вот больше сегодня был. Еще был больше? Он, их много, что ли? Да. Ну, видимо, да. Ну, посмотрите. А, его подруга. Где? А, вон, вижу. Вот. Вот она. Опа. Она застеснялась. Сейчас уплывет. А, ну, Геннадий вообще не двигается. Вот такая вот живая природа у нас. Так, что здесь? А здесь станция, где вы можете помыть машину. Здесь же также пылесос есть. А, сейчас посмотрим, не помню, по-моему, $1.25 стоит помыть и доллар ну, пропылесосить машину. Я здесь уже два раза помылся, попылесосил. Там ограниченное, правда, времени, но у меня получается $5 или $6 выходит. Чтобы и помыть, и почистить. То есть сюда доллар забрасываешь. Понятно. Ну, и плюс, прикольно. Если нужно колеса подкачать, также есть. Тоже, да. Здесь наши соседи, соседние комьюнити, которые не слышно, не видно. А вот ну, здесь, да, здесь вот помыть. Слушай, правда? Да. Такое тихое тоже. Кстати, вы заметили, на бензин сейчас цены выросли, растут. Да. Красота-то какая. Да, можно на машине к озеру подъехать? Здесь, знаете, что делают? Или здесь, лодки? Здесь люди приезжают на машинах. Точно, вот, посмотрите, да. На машинах и лодки приезжают спускают, на машинах, да? Да, спускают лодки, каяки и уплывают. Ага. Слушай, ну так красиво у них тоже все, смотри. Соседи, да. Симпатично. Очень тихо, спокойно, да. Тоже постоянно кто-то что-то трет, листья убирает, подстригает. Молодцы. Здесь у нас, да, реновейшн идет, причем HOA написали письмо, что в первую очередь нам надо сделать вот этот ремонт, потом мы будем там другие какие-то подмашки. А, еще что-то есть, да? Да. Я не могу, подождите, я сниму это. Вы просто посмотрите, можно ничего не говорить. Как будто картина нарисована, а это не картина. Вот так вот люди сидят, любуются просто.